ходе проверки адреса проживания подозреваемого в розыске Дорошенко также было установлено и обнаружено два человека, ранее судимых, которые прятались. Помимо этого, на адресе было обнаружено огнестрельное оружие «Атипичное», переделанное под глушитель, а также мини-цех по производству атипичного огнестрельного оружия. Помимо этого, непосредственно на Дорошенко находилась сумочка, в которой находилось 4 осколочные гранаты. Печальным итогом бойни в Одессе стали убитый преступник, застреленный им его знакомый, полицейский, который скончался в больнице от полученных ранений. Еще 3 человека, 2 полицейских и сотрудник муниципальной охраны, получили ранения. Сейчас их жизни вне опасности, говорят врачи.